Итак, Фоксит и богиня стали легендами, оставив позади сотни тысяч утопленных габинианцев. Поверьте, даже сейчас я плачу. Говорят, если прошептать волнам молитву, можно услышать, как в ответ прилетит боевой клич. Алала! Алала! Так все и было. Точно так. Какой рассказ? Богиню звали Айя. И да, она богиня. Не знаю, есть ли еще правда в твоей истории. А что есть правда? Величие, дозволено все. Должно верить в акт создания. Иначе уподобишься габинианцам. Ты хороший рассказчик, друг мой. Только не знаю, то ли это какая-то игра, то ли история. Это одно и то же, друг мой. Они неразделимы, как океан и дождь. Алла-ла! Теперь ты видишь! Ха-ха-ха-ха! Я Айя Тай Рену. Надо действовать аккуратно. Стой, Мирирука, прошу! Дала клятву, прости! Стой! Я тебе не враг! Извини, просто он ведь был таким чутким! Дал выходить пса, что попал в его селок. Что же с ним стало? Я видел такое. В Сиве. И теперь еще пожирателя душ. Флавия. Проконсула? Этот мешок козьего дерьма убил моего сына. Разрушил дом. А теперь пришел к вам, прикрываясь именем Ра. Идем. Обыщем тут все. Вдруг кто выжил.
Я Баек из Сивы. Проксила. Из страны обезумевших. Чем вызван гнев Флавия? Они же простые крестьяне. Стража держит ухо востро. Скалите Иви! Тибиабе! Иби манере! Стате! Мора! Тибиабе! Иби манере! Ультимен код! Тентасет! Хоть кто-то должен был выжить. Дети, женщины. Может, прячутся? Хоть кто-то должен был выжить. Дети, женщины. Может, прячутся? Ненет, ты цела? Что случилось? Те люди и неженка с головой льва забрали всех работяг, а еще Каде, моего сына. Нелюди! Потом пришел он. Весь черный, как будто ворон. Хотелось бросать в него камнями. Помню золото, блеск сквозь когти. Он кричал, и все пали перед ним. По своей воле, либо по воле близких. Дуат на земле. Все вокруг рыдали, кричали, бежали, гибли. Но как ты... Не видели, Ненет, бедную старуху с пустым взглядом. Но я глядела. Не кричала, прикусила язык и терпела. Мы отыщем каждого. Обязательно. Поспеши, дитя. Ворон летит к дому охотницы. Я подслушала разговоры. Вернешь мне Каде? Попытаюсь. Ведь Флавий и меня лишил сына. Отведем Ненет к повозке. Ты пойдешь за Флавием? Мой долг. Из-за сына? За всех детей. Тоскуешь по своему дитя? Вспоминаю днем и ночью. Вы снова встретитесь с ним на полях Иалу. Надеюсь. Ненет сказала про дом охотницы? Да, Кирена. Сияющий символ бесконечных побед Рима. Иди на север. Если Флавий там, я найду его и разорву его кан на кусочки. Окажешься в Кирене, найди моего друга Диокла. Ему ты можешь доверять. Во всем. Он служит магистратом и часто бывает на Агоре. Он поймет. Надеюсь, эти земли излечатся от безумия. Пусть удача сопутствует тебе, Баек. Зачем они забрали Каде? Цитадель стала мрачным символом всей Киренаики. Ходят слухи, что Флавий и полководец Агриппа готовятся развязать войну. С Египтом? Не веришь, что дерзнут? Нет. Я должен их остановить. Отвезу Ненет в лечебницу в Балагре, к югу от храма Асклепия. Хотя и там нам не будет покоя. Постараюсь навестить.
Sanebepsep, Tenkeku. Set Beanet, he has set her kept you. Nick any sejeriet. Лучше не привлекать внимания. Нарсуча! Ты Каде? Меня прислала твоя мать. О, Исида, ты же Баек из Сивы. Выпусти меня, и мы вместе убьем этих римлян. Совсем рядом. Убежать отсюда! Нас никто не застанет врасплох. У тебя доброе сердце. Я должен почитать Флавия, нашего освободителя льва. Я напишу его имя на каждой стене, отсюда до самого Рима, чтобы видели все. Все люди узнают имя Флавия. Флавий сияющий, роскошный, великий, самый милосердный. Все узнают Флавия. Что ходит среди нас. Его стопы проложат нам путь в Рим. Те, кто отринут его, падут. Люди ведут себя странно. И это сделал Флавий? Алипте Иви! Духе нет! Сидей! Он хаси! Эмам хэтме чутаре! Саны пепсеп! Места, где ты жил. Я видел, что сделал Флавий. Как он порабощает наш народ. Моя мать, Ненет, она жива? Да. Проксила отвела ее в Балагре. Спасибо, Баек. Ты готов защищать нас даже вдали от земель наших предков. Почему тебя привели сюда? Римляне жаждут крови и завоеваний. У них баллиста. Нам было приказано заряжать ее отвратительной горючей смесью. Ее изобрел один из римских инженеров по имени Витрувий. Витрувий? Я его знаю. Не верю, что он способен на такое. Мы свободны от гнета римлян.
Витрувий! В чем дело, друг мой? Я думал, тебя волнует судьба народа Сивы. Оказалось, несчастных у цитадели заставляют работать над твоим оружием. Ты все не так понял. Пойдем со мной, и я все тебе расскажу. Прошу, пойми, Баек, я ведь не всегда создавал архитектурные чудеса вроде этого акведука. Во времена бурной юности я придумал немало разрушительных механизмов, в том числе и жидкий огонь, скажем так. Жидкий огонь? Смесь, которая способна стать причиной немыслимых мучений, и над которой я зарекся работать. Что ж, у римлян есть эта смесь. И они заставляют сиванцев участвовать в убийстве египтян, снаряжая ей баллисту. Но! Проклятая гордыня! Зря я не сжег записи. Должно быть, Агриппа нашел их. Агриппу нужно остановить. Действую по зову совести, Баек. Но знай, я не могу состоять в заговоре против римлянина, даже вопреки своим личным чувствам. Найди формулу, и я ее уничтожу. Не хочу, чтобы Египет пал по моей вине. Храни тебя, Юпитер, Баек. Место хорошо охраняется. Non muovere! Non li te ivi!
Этаркутиамусейл! Ты венерунд, икс меркуле! Professores cultus, non diu! Tertium, facite num! Tertium num! Mori vermis! Non bonum! Quid agis! Союзников чудовищ и демонов ждет смерть, легат. Вот и записи. Нужно уничтожить запасы жидкого огня. Стой! Мора! Сисей! Не тру! Это он мог... Замас! Куну! Алите Иви! Стой! Вола! Мурс! Его лудри сордина! Non movere! E dabo vos in consumationem! Stay! Voila!
Витруви будет рад узнать, что его формула в надежных руках. High position, Gerech. Байк, удалось? Нашел мою формулу? Египет не сгорит сегодня. И, надеюсь, никогда. А что с Агриппой? Он не был готов с ней расстаться. Да, Рим гордился бы им. Но те, кем гордится Рим, редко бывают хорошими людьми. Флавий заговаривал о Гриппе зубы рассказами об империях. Боюсь, путь его сторонников будет запятнан кровью. Их собственной кровью. Но ты хороший человек, Витрувий. И доказал это словом и делом. Стараюсь, как могу. Благодарю тебя, Байек и Сивы. Ты истинный защитник своего народа. Ох, покехт мену. Тисим ванхе. Нунес хеде. Лаброс. Ой, тис мейзонос афросинис. Бай. Как тут наша вдова? Славно, как видишь. Нужно ценить даже малые радости. Только они нам остались. Баек, Флавий был здесь. Но это далеко не худшее. Матери и жены храма больны и плачут на улицах. Их мольбы о встрече с близкими не слышат. С каких пор? После появления Флавия? Да. Сможешь поговорить с Криусом? Он служит водоносом в храме. А я пойду к жрице Мелитте. Она весьма рьяная, но вряд ли станет мучить больных и умирающих. Береги себя. Я вернусь после разговора с Криусом.